Нет прекрасней и мудрее средства от тревог, чем ночная песня шин. Длинной серой ниткой стоптанных дорог штопаем ранения души. Не вери разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. В дорогу нет, дороги окончания есть, зато ее итог дороги трудны, но хуже без дорог. Наш вечер ведут Алексей Иващенко и его дочь Мария Иващенко. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Вот уже 25 лет мы ежегодно собираемся в лучших залах столицы 20 июня, чтобы вспомнить замечательного человека Юрия Иосифовича Висбора. Знакового человека целой эпохи под названием «Оттепель». Журналиста, сценариста, актера. И автора песен, которые навсегда остаются с нами. 20 июня Юрию Иосифовичу исполнилось бы 85 лет. Так что сегодня у нас юбилейный концерт. В честь Юрия Висбора названы пики на Памире, Кавказе, Алтае, в Южном Прибайкалье и на Тяньшане. 7 горных перевалов, 2 пещеры и каньон в Горном Алтае. Далеко в космосе малая планета носит его имя. На Чигете есть кафе у Висбора. По просьбе жителей его имя присвоено улице в Самаре и 2 улицам в Новой Москве. И сегодня мы решили начать наш концерт как-то необычно. Хотелось позвать выступить первым одного из жителей такой улицы. И на наше счастье, такой человек нашелся. И что самое удивительное, он даже умеет держать в руках гитару. Житель улицы Висбора в новомосковском поселке Ватутинки Олег Григорьевич Митяев. Да, я живу на улице Висбора. Но вы услышали, что вас снимают, поэтому хотите, не хотите, придется петь. Придется петь, несмотря на то, что песня новая. Может быть, не все ее знают. Ты у меня одна, словно в ночи луна. Словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой, ни за какой рекой. Нет, за туманами, дальними странами. Вы не провода в сумерках города. Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти. Только свети, свети, только свети, свети. Первая гитара Родион Марченко. Так получилось, что я с Висбором не встретился. И в одном самолете летели, и на концерте я был. И как-то вот не удалось. А все-таки хотелось бы тесно пообщаться, сходить в баню. Я, знаете, вообще как-то иногда смотрю на человека и думаю, такой критерий уже просто выработался. Я бы с ним в баню не пошел. Иногда, наоборот, думаю, пошел бы.
Вот, и, конечно, есть такие люди, с которыми хотелось бы, но уже не доведется. И, к сожалению, вот к таким людям относится Юрий Висбор. И у меня есть песня «Воскресенье», называется, которая посвящается этой ситуации. Он сойдет на безлюдный перрон, на прощание кивнув проводниц, оживят вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет, в лужах лед и пока не светает, и никто на планете не знает, где он нынче гостит и живет. В стылой бане затопим мы печь и, болтая, налепим пельмени, и земля свою скорость изменит, не давая событиям течь. Из окна лес, за лесом поле, падает снег на озерную гладь, и еле слышен звон колоколен, и воскресенье, и благодать. И от белых березовых дров станет каменка жаром томиться, и попробуй поверь, что не снится мне спокойная вязь его слов. Как же вышло, что не довелось, мы ни разу вот так не сидели и не пили, и песен не пели, но сегодня все вдруг удалось. И подойдут наши пельмени, он все расспросит, кто до чего, а со двора стылая темень будет глядеть в наше окно. И, прощаясь, он двери толкнет, разомлевший от пара и водки, и пойдет потихонечку к лодке, и домой между звезд поплывет. А я останусь стоять на ветру босиком в белоснежном исподнем. Я поехал бы с ним хоть сегодня, но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку? Два стакана и дверь нараспашку, и опять воскресенье ждать. Из окна лес, за лесом поле, падает снег на озерную гладь, и еле слышен звон колоколен, и воскресенье, и благодать. Из окна лес, за лесом поле, падает снег на озерную гладь, и еле слышен звон колоколен, и воскресенье, и благодать. Родион Марченко. Олег Митяев и Родион Марченко. В нашем сегодняшнем концерте будут звучать не только песни Юрия Васильевича, но и его стихи, и воспоминания, и его воспоминания, и воспоминания его друзей о нем. На этот концерт обычно мы собираемся 20 июня, непосредственно в день рождения Юрия Висбора. Но в этом году так получилось, что наш концерт проходит 22 июня, в день для нашей страны навсегда памятный. Из воспоминаний
Юрия Висбора. В фильме «Июльский дождь» мой герой встречается в конце со своими коллегами, ветеранами войны 9 мая у Большого театра. Марлен Хуциев, режиссер фильма, сказал мне: «Мы тебя загримируем, и ты будешь там среди настоящих ветеранов». И это было, пишет Висбор, чувство невыносимое, чувство, которого я абсолютно не ожидал. Никакой съемки в итоге не получилось. То есть нас снимали там много, но невыносима была мысль о том, что я играю, а они нет. Потом этот эпизод пересняли, и он был значителен в этой картине. Поет Александр Косенков. Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись из земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Виталий Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, где не было судьбы у нас иной. И я шепчу: «Постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой». И тихо в мире только временами травиночка в прицеле задрожит. Кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина лежит, где солнце жарит, чтоб оно пропало, где не было судьбы у нас иной. И я шепчу: «Постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой». Окопчик наш, последняя квартира, другого нам, как видно, не дано. И черные проклятые мундиры проходят, как в замедленном кино, где солнце жарит, чтоб оно пропало, где нет уже судьбы у нас иной. И я кричу: «Давай, Виталий Палыч, давай на всю катушку, давай, давай, давай!» Мои года как поезда проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду, где солнце жарит, чтоб оно пропало, где не было судьбы у нас иной. Дорогой. С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не поддают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, ты почты не жди.
плывет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь, привет. Пошел на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, ты почты не жди. Плывет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, ты почты не жди. Бредет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь, привет. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, ты почты не жди. Бредет молчаливо в распадах рассвет. Уходишь счастливо, приходишь, привет. Александр Косенков. Поведаю вам таинство одно. Уж сколько раз на свете исчезали империи, религии, регалии, и уходили города на дно. Но сквозь пожары, бедствия и кровь, одну и ту ж совершая пантомиму и для времен совсем неуязвима, шла девочка по имени Любовь. Идет любовь. Звучат ее шаги, как эхо долгожданного свидания. Ее шаги волнуют мироздание, и между звезд расходятся круги. Пред ней равны рабы и господа. Ей нипочем яд лести или злости, когда она хоть раз приходит в гости, в наш дом приходит счастье навсегда. В нашем концерте принимают участие музыканты Александр Прокопович, фортепиано, Дмитрий Земский, гитара, Александр Байдаков, бас-гитара и Александр Жалобкович, ударные. Поет Галина Хомчик. Теперь толкуют о деньгах в любых заброшенных снегах, в портах, в постелях, в поездах, под всяким мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», оканчиваясь мягким знаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», оканчиваясь мягким знаком. О, страстный взгляд из-под бровей, листанье сборника кровей, что было содержанием дней, то стало приложением вроде «Вот новоявленный мацант, сродни менялым и купцам,
забыв про двор, где ждут сердца, к двору монетному подходит. Все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось. В цене все то, что удалось, и спрос не сходит на интриги. Явились всюду чудеса, рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса смехоподобны, как вериги. Явились всюду чудеса, рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса смехоподобны, как вериги. Надежда на того, кто, не присвоив ничего, свое святое естество сберег в дворцах или в бараках, кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», оканчиваясь мягким знаком. Кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», оканчиваясь мягким знаком. Спасибо. Первоначальный, когда последний снег, нам несказанно жаль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль. И ветер там вершит кружение занавески, там от движения нот чуть звякает хрусталь. Там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Ребята, нам пора, пока мы не сменили веселую печаль на черную печаль, пока своим богам нигде не изменили в программах наших судеб, передают рояль.
будет счастье нам. Пока легко и смело та девочка вершит над миром пастораль. Пока по всей земле во все ее пределы из дальнего окна доносится рояль. Пока по всей земле во все пределы из дальнего окна доносится Александр Прокопович, рояль. Галина Хомчик. Спасибо. Из интервью Юрия Висбора журналу «Аврора», 1981 год. Самодеятельные песни, как художественное явление, крайне беззащитны. Певцу не спрятаться ни за хитроумную аранжировку оркестра, ни смертельные для уха децибелы электронных громыханий, ни за косметику, ни за немыслимые прыжки на сцене. Ему не помогает и режиссер за пультом, нет и режиссера радиостудии, тонко скрывающего недостатки и выявляющего достоинства. Однако эта многоканальная уязвимость становится, как ни странно, достоинством в глазах любителей самодеятельной песни. Она – песня, ее музыкальный строй, стихи, самое искреннее волнение автора, его манера держаться на сцене, никак не отрепетированные и никем не срежиссированное. Все это вместе является как бы крохотным, но живым и волнующим сколом человеческой души. Поет Валерий Чечет. Ах, как мы шли по Кандалакше, была дорога далека. Как проносились судьбы наши в зеленых вещевых мешках. В какие верили мы веры, теперь уж так не доверять. Как мы теряли чувство меры, теперь уж так не потерять. Когда закатные останки сгорали в соснах, как свеча, тогда нас поджидали танки в простых балоньевых плащах. Среди других стоит, гляжу я, и синим брызгает опять моя коварная рыжуля, звезда зверкассы номер 5. Щекой молочною пылая, мне говорит она слова: сержант, конечно, погуляем, но только что без баловства. Меня ж не то совсем задачит, мне доложил один дружок, что некто летчик-перехватчик на танцах сделал ей намек. Я подступаюсь к ней с допросом, мол, какова, говорю, пилота цель. Она смеется и смеется, и носом тычется в шинель. Как все забылось очень скоро, снега, друзья, житье-бытие, лишь в памяти горят озера под рыжей челкою ее. Мурманской ветки полустанки сгорают в снеговой пыли. Куда ж девались наши танки? Небось, за летчиков пошли.
какая пропажа, пропала зима, но не гнаться ж за нею на север. Умирают снега, воды сходят с ума, я прям свои песни посеял. Но что до меня, это мне не дано. Не дари мне ни осень, ни лето, подари мне февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Подари мне февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Полоса по лесам золотая легла, ветер в двери скребет, как бродяга. Я тихонечко сяду у края стола, никому ни в надежду, ни в тягость. Все глядят на тебя, я гляжу на одно, как вдали проплывает корветом мой веселый февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Мой веселый февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Ах, как мало я сделал на этой земле, не крещен, не учен, не натружен, не похож на грозу, не подобен скале, только детям да матери нужен. Ну так что же вы все про кино, про кино? Жизнь не кончена, песня не спета. Вот вам, братцы, февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Вот вам, братцы, февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Поклянусь хоть на Библии, хоть на кресте, что родился не за пустяками, то ли писать мне Христа на суровом холсте, то ли волшебный разыскивать камень. Дорогие мои, невиновно вино, на огонь не наложено вето, а виновен февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. А виновен февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Спасибо. Валерий Чечет, Санкт-Петербург. Удивительно, две планеты, галактики, две вселенных авторской песни, Юрий Висбор и Владимир Высоцкий, не просто были знакомы, а пересекались в одних компаниях, пели песни друг другу. Более того, история свидетельствует о том, что они трижды пересекались на концертных площадках. Оба с чрезвычайным пиететом относились к творчеству друг друга. Из очерка Юрия Висбора «Он не вернулся из боя». Владимир Высоцкий страшно спешил. Будто предчувствуя свою короткую жизнь, он непрерывно сочинял, успев написать что-то около 1000 песен. Его редко занимала конструкция, на его ногах скороходы не висели пудовые ядра формы. Часто он только намечал тему и стремглав летел к следующей. В век, когда песни пишутся индустриальным способом, текст – поэт, музыку – композитор, аранжировку – аранжировщик, пение – певец, Владимир Высоцкий – создал совершенно неповторимый жанр личности, имя которому он сам. Поет Ромарио. Пишу тебе, Володя, садового кольца, где с неба льют раздробленные воды. Все в мире ожидает законного конца, лишь только не кончается погода. А впрочем, бесконечны наветы и вранье, и те, кому не выдал Бог таланта, лишь этим утверждают присутствие свое, пытаясь обкусать ступни гиганта. Да черту ли в них проку о чем-нибудь другом? Вот мельница, она уж развалилась. На Кудринской недавно такой ударил гром, что все ГАИ тайком перекрестилось. Все те же разговоры, почем и что иметь. Из моды вышли М по кличке Бонни. Теперь никто не хочет хотя бы умереть.
лишь для того, чтоб вышел первый сборник. Теперь никто не хочет хотя бы умереть, лишь для того, чтоб вышел первый сборник. Мы здесь поодиночке смотрели в небеса, мы скоро соберемся воедино, и наши в общем хоре сольются голоса, и Млечный Путь задует в наши спины. А что же наши беды? Остались мелюзгой и слава, и вельможный гнев кого-то. Откроет печку Гоголь чугунной кочергой, и свет огня блеснет в пенсне Фагота. И свет огня блеснет в пенсне Фагота. Пока хватает силы смеяться над бедой, беспечнее мы, чем в праздник эскимосы. Как говорил однажды датчанин молодой, была, мол, не была, а там посмотрим. Все так же мир прекрасен, как рыженький пацан. Все так же, извини, прекрасны розы. Привет тебе, Володя, с Садового кольца, где льют дожди, похожие на слезы. Привет тебе, Володя, с Садового кольца, где льют дожди, похожие на слезы. Ромарио! Из повести «Альтернатива вершины ключ». О, женщины, прибывшие издалека! Без драгоценностей и липовой косметики входят они в московские, ленинградские, новосибирские компании. И пламя свечей начинает колебаться, и мужчины, не какие-нибудь 30-летние юноши, а мужики настоящие, молча приподнимаются с югославских диванов, готовые тут же идти за незнакомкой в неведомые края, оставляя в снегах по краям дороги своего бегства разбитые должности, обломки карьеры и совершенно новенькие, свеженаписанные исполнительные листы алиментов. О, женщины, прибывшие издалека! Какие за вами тянутся чернобурые хвосты далеких тайн! Какие ясные звезды горят у вас во лбу! Какое истинное целомудрие приобретено вами среди сотен сильных и красивых мужчин, половина из которых влюблена в вас тайно. Поет Раиса Нур. Я спою песню, которая посвящена Юрию Висбору. Называется она «Здравствуй». И я должна сказать, что стихи Ады Якушевой, музыка Сергея Никитина. И представляю вам своего друга, замечательного Талгата Хасенова. Встречайте. Ежесекундно, ежечасно, ежедневно, неизменно будь, будь глазами кораблям упрямым, рельсами упрямым поездам, будь геологу искомым камнем, мною будь, когда со мной беда. Крыльями взметнувшимися в небо, пением посадочных полос, будь, прошу тебя, повсюду, где быть.
тебе сегодня не пришлось. Здравствуй, лучший день твой, лучший вечер, лучший слог в разгоряченном лбу. Здравствуй, говорю тебе при встрече, а теперь при встрече крикну: будь, будь, прошу тебя в простом и сложном. Будь, прошу тебя, и в этом суть. Будь, прошу тебя, покуда сможешь, а когда не сможешь, тоже будь крыльями взметнувшимися в небо, пением посадочных полос. Будь, прошу тебя, повсюду, где бы быть тебе сегодня не пришлось. Будь, прошу тебя, повсюду, где бы быть тебе сегодня не пришлось. Здравствуй, это главное ты. Здравствуй. Юра Висбор-младший, он довольно рано начал выступать в день рожденских концертах, в 8 лет. Прошли годы, Юра закончил школу-студию МХАТ, и теперь, как его сестра Варя, известный теперь исполнитель, стал актером. Выступают Юра Висбор, Роман Шмаков и Стивен Окснер. Песня на стихи Александра Введенского. Следующая песня примечательна тем, что написана ровно на вот этой гитаре моего дедушки, на семиструнной. Играть я на этом инструменте в принципе не умею. Ничего, кроме этой песни. Как хорошо в лесу, как светил снег. Молитесь колесу, оно круглее всех. Деревья на конях бесшумные лежат, и пасынки в санях по-ангельски визжат. Знать, завтра Рождество. Знать, завтра Рождество. Завтра Рождество. И мы, бесчестный люд, во здравие его немало выпьем блюд. С престола смотрит Бог и, улыбаясь кротко, вздыхает тихо: ох, народ ты мой, сиротка. Знать, завтра Рождество. Народ. Знать, завтра Рождество. Народ, знать, ты мой. Знать, завтра Рождество. Народ, ты мой, сиротка. Знать, завтра Рождество.
тональность та же. Прям. Можете подпевать на самом деле. Наполним музыкой сердца. Устроим праздники и сбудем своих мучителей. Забудем, вот сквер пройдемся ж до конца. Найдем любимейшую дверь, за ней ряд кресел золоченых, куда с восторгом увлеченных внесем мы тихий груз своих потерь. Внесем мы тихий груз своих потерь. Какая музыка была, какая музыка звучала, она совсем не поучала, а лишь тихонечко звала. Звала добро считать добром, а хлеб считать благодеянием, страдания вылечить страданием, а душу греть вином или огнем, а душу греть вином или огнем, кому чем удобно. И светил полуночный зал, нас гений издали приметил, и разглядев, кивком отметил, и даль иную показал. Там было очень хорошо, и все взглядом надежды, что сменит жизнь свои одежды. Спасибо большое, всего доброго. Юра Висбор. Экипажу Рюмин Попов. В закаты, как в пожарище, вгоняя полный вес, летят мои товарищи по пустоте небес. Ни ангелы господни, ни деды новогодние. Один из испытателей, другой из ВВС. Мужское общежитие во всей своей красе, где каждое событие разделено на всех. А ЦУП дает задание, спасибо за внимание, и крутятся товарищи, как белки в колесе. Не каждый день случается здесь маленький досуг, ведь станция вращается, работа словно круг, то штатная, то срочная, а вдруг и сверхурочная. Дай бог нам меньше подвигов с тяжелым словом «вдруг». Когда-нибудь закончится обилие чудес, вернутся к нам в сокольники, соколики с небес. Земные — это правильно, но все ж немного ангелы. Один из испытателей, другой из ВВС. Сегодня нам пришла весточка из космоса от героев России.
Дорогие друзья, мы, космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин, рады приветствовать с борта Международной космической станции участников и зрителей юбилейного Висборовского концерта. Юрий Висбор – дорогое имя для нашего космического сообщества. Так случилось, что первой песней, исполненной в космосе, был «Домбайский вальс». Космонавт Александр Иванченков привез на станцию «Салют-6» гитару, изготовленную на московской мебельной фабрике. Как, смеясь, говорил сам автор, видно, только такой инструмент мог выдержать нужные перегрузки. И тут, в космосе, зазвучала песня с такими земными и душевными словами. «Лыжи у печки стоят». Юрий Иосифович – турист, альпинист, путешественник, написавший «Вот это для мужчин, рюкзак и ледоруб». Был и в горах, и в море, и на крайнем севере. Разумеется, космос не мог его не притягивать. Легко можно представить его сейчас и на МКС в составе экипажа, или хотя бы в качестве космического туриста. Кто знает, может, поглядев на нашу красавицу планету Земля из космоса, он написал бы «Милая моя, солнышко земное». Земля ведь действительно очень красива и совсем не так бесконечно велика, как мы думаем. Висбор посвятил космонавтам несколько песен. Вот это наш небольшой подарок концерту. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора, папа. Удачи всем нам! Браво! Хочется сказать большое спасибо за наш телемост. Дважды герою Советского Союза, летчику-космонавту Владимиру Алексеевичу Соловьеву. И, конечно, все это было бы невозможно без близкого друга Юрия Висбора, Аркадия Леонидовича Мартыновского, долгие годы возглавлявшего ракетно-космическую корпорацию «Энергия». Дорогой Аркадий Леонидович, наш концерт все эти годы чувствует вашу поддержку. Здоровья и долгих лет вам и Юлии Викторовне. Поет актер театра Моссовета Олег Кузнецов. В квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире. И вовсе не Аркаши горит на кухне свет. Неужто эти годы прошли на самом деле? Пока мы разбирались, кто теща, кто свекровь, куда же мы глядели, покуда все галдели и бойко рифмовали слова «любовь» и «кровь». В Аркашиной квартире бывали эти рифмы не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы, и был неповторимым грошовый наш уют. Эх, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы, и то, что мы имеем, уже не украдут. Мы были так богаты своей и общей болью, наивною моралью, желанием петь да петь.
все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени, на кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетенье. И так несправедливо, что жизнь у нас одна. И так несправедливо, что жизнь у нас одна. Мы затронули тему космоса, и я бы хотел спеть действительно серьезную песню. Сидим мы, братцы, как-то с африканцем, а он, представьте, мне и говорит: в России, говорит, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области по лету мы впереди, говорю, планеты всей. Мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте, мне и говорит: в российских селах танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области по лету мы впереди, говорю, планеты всей. Мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: вообще, ты кто такой? Я, говорит, наследник африканский. А я говорю: технолог петухов. Вот я, говорю, и делаю ракеты, перекрываю Енисей, а также в области по лету. Я впереди, говорю, планеты всей. Я впереди планеты всей. Проникся, говорит он, лучшим чувством. Открой, говорит, мне главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, советское искусство в наш век, говорю, сильнее всех ракет. Но все ж таки, говорю, мы делаем ракеты, извините. Перекрываем Енисей, а также в области по лету. Мы впереди, говорю, планеты всей. Мы впереди планеты всей. А море синее всю ночь качается, и ничего вокруг не приключается. Не приключается. Вода соленая, и на локаторе тоска зеленая, и тихо в кубрике гитара звякает. Ах, в наших плаваниях бывало всякое. Бывало всякое, порой хорошее, но только в памяти травой заросшее. И молчаливые всю навигацию чужие девочки висят на рации. Висят на рации. Одна в купальнике, а три под зонтиком стоят под пальмами. А море серое всю ночь качается. Вот ты ушла, любовь не возвращается. Не возвращается, погода портится.
и никому печаль твоя не вспомнится. Поет ведущий актер Московского театра мюзикла Евгений Вальц. Я когда-то состарюсь, память временем смоет, если будут подарки мне к тому рубежу. Не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, свою жизнь вспоминаю, вспоминая свой город, где остались друзья, где все улицы в море, словно реки впадают, и дома, как баркасы, на приколе стоят. Что же мне еще надо? Да, пожалуй, хватит, лишь бы старенький дизель безотказно служил, чтобы руки устали от полуночной вахты, чтоб почувствовать снова, что пока что ты жив. Лишь бы я возвращался, знаменитый и старый, лишь бы доски причала, проходя, прогибал. Лишь бы старый товарищ от работы усталый, с молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Ла-ба-да-ба-да-ба-ба, 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 ла-ба-да-ба-да-ба, ла-ба-да-ба-да-ба-ба, когда-то состарюсь, память временем смоет, если будут подарки мне к тому рубежу. Не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Добрый вечер. Я счастлив вдвойне, потому что сейчас я спою, на мой взгляд, одну из самых красивых песен Юрия Висбора — «Вересковый куст». Вот хорошо и тихо, и просторно, ни городов, ни шума, ни звонков. Ветру открыты все четыре стороны, мачта сосны и парус облаков. Вересковый куст
далеко, далеко земля. Вересковый куст, словно лодка, а в лодке ни весел, ни руля. Из-под сырой травы желтеет осень, вешнее солнце щиплет щеки нам. Ты говоришь, куда это нас сносит? Я несказанно так удивлена. И торопливых слов не понимая, руки раскинув в небе пустом, вся ты плывешь в синей воде мая, брошенным в реку белым крестом. Вересковый куст, словно лодка, а в лодке ни весел, ни руля. Версты любви их вдоволь было, вдоволь. За горизонт ушли, за облака. Только вот жалко вереск тот медовый. Ты, пожалуй, тех мест не разыскать. Вересковый куст, словно лодка, и далеко, далеко земля. Вересковый куст, словно лодка, в лодке ни весел, ни руля. Евгений Вальц. В 1966 году на экраны страны вышел удивительный фильм «Июльский дождь», в котором снимался Юрий Висбор. Мы уже вспоминали сегодня эту картину. Вот что вспоминал об одном из его эпизодов режиссер фильма Марлен Хуциев. «Песня «Спокойно, товарищ, спокойно» вошла в картину как одна из нитей ее смыслов. Когда был написан сценарий, и была эта сцена, я, — говорит Хуциев, — не знал ни Висбора, ни этой песни. И это, тем не менее, одно из самых моих любимых мест в картине. Внимание на экран. Спокойно, товарищ, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. Скрипят под ногами ступени, мол, прожил и все стороной. Скрипят под ногами ступени, и годы висят за спиной. И куришь ты все беспокойно, и тень под глазами лежит, и зябнет походная койка, и черная птица кружит. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.
Съемки фильма стали местом, где, как это бывает, кроме любви по сценарию, завязалось и настоящее. Евгения Уралова стала женой Юрия Висбора и матерью дочери Ани. Мы привыкли, что каждый концерт где-то в первом ряду Евгения Владимировна сидит в зале. Но сегодня сложилось иначе. Давайте пожелаем Евгении Владимировне здоровья и долгих лет. Поет Наталья Дудкина. Какие слова у дождя? Никаких. Он тихо на бедную землю ложится, и вот уж ничто на земле не пылится, ничто не болит и не давит долги. Какие слова у меня? Тишина. Немая луна всю пустыню заполнит и так сторожит эту белую полночь, что только тобой эта полночь полна. Какие слова у тебя, красота? Ты мчишься по ливням, любовь постигая, и редкие звезды сквозь тучи мигают, и капли дождя дрожат на стекле ветровом. Какие слова у тебя, красота? Ты белое платье по миру проносишь, и запахи ливней в ладонях приносишь, и льет на пустыне моей доброта. Какие слова у дорог, торжество? Мы мчимся по ливням, любовь постигая, и редкие звезды над нами мигают, и капли дрожат на стекле ветровом. Попробуем заснуть под пятницу, под пятницу, под пятницу. Во сне вся жизнь на нас накатится за ласками под Новый год. Бретельки в двоенном платьице и шар воздушный катится. В четверг за нас за всех расплатится и чистых пятнице сдает. Четверг за нас за всех расплатится и чистых пятнице сдаёт. И всё, что с нами дальше сбудется, ах, сбудется, ах, сбудется, пройдёт по этой смутной улице, чтоб знали мы в конце концов, что много лет за нами стали, бредёт во тьме кварталами какое-то весьма усталое и дорогое нам лицо, какое-то весьма усталое и дорогое нам лицо. А Новый год и ель зеленая, 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 свеча гореньем утомленная, и некий милый человек, и пахнет горка мандаринная, звезда висит старинная, и детство все такое длинное, и
и наш такой короткий век. Всю ночь придем мы сквозь сумятицу, 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 и лишь к утру на нас накатится догадка, что была в крови. Все от того, что сон под пятницу, под пятницу, под пятницу нам дан за тем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви. Нам дан за тем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви. Наталья Дудкина! Удивительная песня, которую пела Наташа. «Какие слова у дождя» впервые за 25 лет прозвучала в наших концертах. Невероятно! Кажется, мы уже знаем все, все, что написано, все, что спето Юрием Иосифовичем. Появляются каждый раз какие-то удивительные новые грани его таланта. Тему «Дождя» продолжает актер театра и кино Андрей Красноусов. В то лето шли дожди, и плакала погода над тем, что впереди не виделось исхода. И в стареньком плаще среди людей по лужам, как будто среди вещей, шагал я неуклюже. Не жалейте меня, не жалейте, что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам разлейте и скажите привет, старина. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. То лето шли дожди, и рушились надежды, что Бог нас наградит за преданность и нежность, что спилим эту муть, гнилые ветви сада, что все когда-нибудь устроится как надо. Не жалейте меня, не жалейте, что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам разлейте и скажите привет, старина. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди, и было очень сыро. То лето впереди, лишь осень нам светила, но пряталась одна банальная мыслишка: грядущая весна, неначатая книжка. Израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. Не жалейте меня, не жалейте, что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам разлейте и скажите привет, старина. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами,
и за женщин, оставивших нас. Коня, бутылки сюда, баранки, везите, друзья, меня в деревню мою на Влянке, везите, друзья, меня в деревню мою на Влянке. В Навлянках умы крепки, в Навлянках дымы да санки, да в Валенках старики, да слово само на Влянке. В валенках старики, да слово само на Влянке. Там кот сидит у окна и щурится на проселок. Там волчья висит луна над шлемами серых елок. Там волчья висит луна над шлемами серых елок. Там подлости никакой, там жизнь картов до поленья, а если уж бьют, то рукой, а вовсе не заявлением, а если уж бьют, то рукой, а вовсе не заявлением. Там в рамочке на стене висит капитан запаса, там Боинг шумит в окне компании брат Люфтганза. Там Боинг шумит в окне компании брат Люфтганза. Пока серебры снега под черным лучом лунищи, дорога нам дорога в родимое пепелище. Дорога нам дорога в родимое пепелище. Везите ж меня туда, где вечный покой обещан, подальше от нарсуда, подальше от черных женщин, подальше от нарсуда, подальше от черных женщин. За что же меня в Москву, в ущелье ее, в Гулянки? Деревня моя на Влянке, мне чудится наяву деревня моя на Влянке. Андрей Красноусов. О, посмотри, какие облака возведены вдоль нашего романа. Как будто бы минувшие века дают нам знак таинственный и странный. И странное обилие цветов, и странно, что кафе не закрывают, и женщины в оранжевых пальто бесшумно, как кушинки, проплывают. О, посмотри хотя бы на себя в минутном отражении витрины, где манекены редкие скорбят, и катятся волнистые машины, где тонкая колеблется рука среди незамечательных прохожих, где ты стоишь, похожа на зверька, и на смешного ангела похожа. Сигарета к сигарете, дым под лампою. Здравствуй, вечер катастрофы, час дождя. Ходит музыка печальная и слабая. Листья кружатся в снегах,
переходя, листья кружатся в снега, переходя. Наш невесел разговор, и не ко времени, ах, как будто бы ко времени беда. Мы так много заплатили за прозрение, что, пожалуй, обнищали навсегда, что, пожалуй, обнищали навсегда. Не пытай меня ни ласкою, ни жалостью, как ни странно, я о прошлом не грущу. Если можешь, ты прости меня, пожалуйста. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Синий дым плывет над нами мягкой вечностью. Чиркнет спичка, сигарета вспыхнет вновь. За окном с зонтами ходит человечество, обокраденное нами на любовь, обокраденное нами на любовь. Мария Иващенко. Есть люди, о которых нужно либо рассказывать очень много, долго, и тогда не хватит целого концерта, либо нужно просто назвать имя и фамилию. Я выбираю второй вариант. Леонид Сергеев! Однажды я спел песню Юрия Ильича Висбора, которая у автора называется достаточно продолжительно. «Разговор двух дам, подслушанный правдивым автором в аэропорту города Челябинска в то время, когда по причине непогоды туда слетали самолеты различных рейсов». В простонародье эта песня называется «Излишний вес». И я, наверное, был настолько убедителен, что меня пригласили с этой песней в передачу «Жить здорово». Причем, когда я узнал, что создатели передачи искренне считают, что это моя песня, я понял, что мой гражданский долг – это успеть сказать, что это песня Юрия Висбора. С тех пор, всегда, когда я пою эту песню, которая стала уже моей визитной карточкой, видите, как я поднялся благодаря ей? Я говорю: «Юрий Висбор, излишний вес». Я не поняла, вы заказали? Нет, не приходил еще злодей. В этих ресторанах при вокзале нас просто не считают за людей. Я во Владик жму из Ленинграда. Муж там без меня на стенку влез. Владик, и даром мне не надо, дорогая. Я в Мацесту, сбросьте лишний вес. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. Встаньте, дорогая, и пройдите. Ой-ой-ой, вот тут у вас висит крошка при моем-то аппетите. Я еле помещаюсь с такси. Говорят, масластым нет проходу. Пышных сейчас не очень говорят. Крошка, это западная мода. Наш он что имеет, то и рад. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. Что я говорю? Не ешьте на ночь.
после 18 антракт. Ну, а если гости к нам нагрянут? Вот гости пусть рубают, что хотят. Надо съездить в город Мелитополь. Баб говорит, там супец один. Выпьешь, станешь стройная, как топ. Да, да, как артист, помнишь, Никулин Валентин. Из-за лишний вес, он словно вес, он цепко держит наши органы в осаде, а также виден он и спереди, и сзади. Да чтоб он исчез, излишний вес. А вот эти, извиняюсь, йоги. Крошка, это сумасшедший дом. Я однажды завязала ноги в позулоцце, так еле развязала их потом. Где ж официант, будь он неладен? Вон он приближается, злодей. Мне 4 порции оладий со сметаной, а мне картошки, пиво и сельдей. Излишний вес, он словно бес, он цепко держит наши органы в осаде, а также его спереди и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. Вообще-то на последнем припеве должен звучать вообще стройный хор женских голосов и еще более громкий хор мужских, дабы понравиться, да, и не получить. Вот. Но это в следующий раз, да. Сегодня мы как бы репетируем. Второй женский образ тоже, я так для себя понимаю, это женщина трудной, но нужной судьбы. И хоть песня написана и давно, в 70-е годы, наверное, мало что изменилось. Он за мною вид нашел, взял за локоть. Слушай, Люся, будет очень хорошо. Я живу в отдельном люксе. Я не Люся говорю, а зовут меня Тамара. И такого не терплю, и такие мне не пара. И не смутился он ничуть, только взглядом гладит платье. Я тебе за ночь заплачу, сколько тебе за год платят. У него усы густые, и глаза, как две букашки, и виднеются кусты из-за ворота рубашки. Я играла в мяч ручной за спортивные награды, и была я центровой, и бросочек был что надо. Я авосечку сумму из руки переложила, кавалеру своему меж букашка засадила. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала, 10 лет сидела я у окошка на работе, 10 лет учила я сверхсекретное чего-то, сердце стачивая в кровь, 10 лет дитю растила, что ж осталось на любовь. Полтора годка от силы. Мне до Щелковской метро, а от Щелковской автобус, а в авоське 6 кило овощных консервов, а глобус. Открываю тихо дверь, дочка бьет по фортепианам, ну а мой любимый зверь, он лежит, конечно, пьяный. Снять ботиночки с него, не тревожа, постаралась, от получки от его трешками от и осталась. Гляну в телек, дымычат поколение молодое, те с гитарами кричат, как перед большой бедою. На плите чаек стоит, дочка сладко засыпает, за окном моим ГАИ громко частников ругает. Убрала я со стола своего, пригрела Пашку, а все ж таки мало я дала тому гаду меж букашек.
10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала, 10 лет учила я сверхсекретное чего-то, 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь, 10 лет дитю растила, что же осталось на любовь. Полтора годка от силы. Не болейте. Леонид Сергеев. А теперь поет Алексей Иващенко. У Висбора очень много любимого. Вот прям такого любимого, что близко и дорого сердцу. И очень много того, что такое впечатление, что было всегда со мной. Вот две песни, которые я, мне кажется, знал всегда. Я иду на ледоколе, ледокол идет по льду, то трудяга в поле колет, то ледовую гряду, то прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с метеа с водкой город Мурманск, то есть Мурманск. Пам-пам, пай-рам-пам-пам. И какое продвижение не имели б мы во льдах, знают наше положение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит и в объективы нас берет. Смотрит он, как в мирных целях мы долбаем крепкий лед. Пай-рам-пам-пам, пай-рам. И какой-нибудь подводник за бакенбардами брюнет наш ледовый курс проводит, оперевшийся планшет. У подводника гитара и ракет большой запас, и мурлычет, как котяра, гирокомпас, то есть компас. Пай-рам-пам-пам, пай-рам-пам-пам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою, что нетрезвый, как увидя, я на палубе стою, что прогноз опровергаю, штормы весело трубят, что так трудно, дорогая, жить на свете без тебя. Пай-рам-пам-пам, пай-рам-пам-пам. На востоке, на востоке сосны низкие растут. Был там порт один далекий, и бывало в том порту флагов пестрая ветрила, а золотое полотно. Как давно все это было? Давным-давно. И бывало, и бывало, океанская заря на востоке поднимала золотые якоря, флагов пестрая ветрила, золотое полотно. Как давно все это было? Давным-давно. Капитаны, капитаны заходили в ресторан и ругали рестораны, проклинали океан. Флагов пестрое ветрило, золотое полотно. Как давно все это было? Давным-давно. Промелькнули, промелькнули целый век и целый год. Капитаны утонули, только в памяти живем. Флагов пестрое ветрило, золотое полотно. Как давно все это было? Давным-давно. Мой дружище, мой дружище,
мой товарищ дорогой. Пусть всегда тебя отыщет, будет пусть всегда с тобой. Флагов пестрое ветрило, золотое полотно. Как давно все это было, давным-давно. Как давно все это было, давным-давно. Алексей Иващенко. Из записных книжек Юрия Висбора. Ты когда-нибудь был счастлив? Да, даже два раза. Один раз, когда смотрел на нее и вдруг почувствовал, что ноги у меня подгибаются от счастья. Никакой романтики при этом не было. Это было в Москве, в Чертаново, на улице. А второй раз, когда катался под Ленинградом на даче, на детских качелях белой ночью, и надо мной в сиреневом блеклом небе летел самолет и светилась одинокая звезда. Было сыровато, все мои уже спали, тесть, теща и дочь. Я их очень любил. В доме остывала ночь и пахла оладьями и жареной картошкой. Я почувствовал глубокое осознание счастья. Я почувствовал, что буду жить вечно. Лидия Чебоксарова, Алексей Росошанский. Один ответственный квартиросъемщик сказал женщине, не имеющей прописки на его жилплощади: «Дорогая, нам лучше выйти порознь». А она ему ответила: «Мой друг, я люблю, когда утром играет тихая музыка». А он ей ответил: «Иначе нас могут увидеть соседи». Наивны наши тайны, секретики стары. Когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал один поэт, уж полночь близится, а Германа все нет. Целый день нарисовала вот отталкивающей краской лозунг: «Спорт — это здоровье». Хотя она сама из спортивных занятий увлекалась лишь закручиванием бигудей. А он целый день доставал запчасти и водил даже кого-то в кафе «Фиалка». А к вечеру добыл два рыбных заказа, которые сменял на два билета на «Таганку». Наивны наши тайны, секретики стары. Когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал другой поэт, уж 40 близится, а счастья все нет. Они созвонились поздно вечером после программы «Время», когда бюро прогнозов наобещало нам солнце, а в окно было видно, как собираются дожди. Она ему сказала: «Милый мой, у меня есть замечательное предложение. А давай мы с тобой поженимся». А он ей ответил: «Созвонимся».
наши тайны, секретики стары. Когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал один брюнет, уж рельсы кончились, а станции все нет. Прекрасному Чурлёнису, иногда по Остроухову, мчались мы с одной знакомою на машине «Жигули». Заезжали в Левитана мы, в октябре его пожухлые. Направлялись мы к Волошину, заправлялись как могли. Республики Цветаевы, через область Заболоцкого, с нами шла высоковольтная окуржавская струна. Поднимались даже в горы мы, покидая землю плоскую, между пиком Барда Пушкина и вершиной Пастернак. Некто Вольфганг Амадеевич слал нам ноты из-за облака. Друг наш Николай Васильевич улыбался сквозь туман. Слава Богу, мы оставили Топ-Сафроновскую по боку, двор заезжий Долматовского и пустыню Нолбалдян. Между Григом и Волошиным на последнем переходе мы возвели шатер брезентовый, осветив его костром. И собрали мы сторонников рифмы, кисти и мелодии. И представьте, тесно не было нам за крошечным столом. И собрали мы сторонников рифмы, кисти и мелодии. И представьте, тесно не было нам за крошечным столом. По прекрасному Чурлёнису, иногда по Остроухову, по прекрасному Чурлёнису, иногда по Остроухову, по прекрасному Чурлёнису, иногда по Остроухову. Лидия Чебоксарова, Алексей Росошанский. Поет актриса театра Моссовета, заслуженная артистка России Ирина Климова. По самой длинной улице Москвы, по самой тихой улице Москвы, где нет листвы, но много синевы, там наш трамвай скользит вдоль мостовых, где нет листвы, но много синевы, там наш трамвай скользит вдоль мостовых. Москва 12, он не ледокол. Да и Москва речушка не Нева. А мне с тобой так просто и легко.
Москва. А мне с тобой так просто и легко, как будто здесь уже и не Москва. А в летних парках развеселье дым, легка любовь и ненадежна грусть. А мы на это с палубы глядим, сюжеты пьесы зная наизусть. Счастье обречен. Ах, не спугнуть бы это невзначай, и лишь плечо касается плечо, когда волна волнует наш трамвай. Мы сходим в жизнь, покинув тихий рай. Ах, если б нас до старости качал. Москва, 12, старенький трамвай. Ирина Климова. Лыжами истории касаясь и в руке зажав меридиан, мы от одиночества спасаем этот ледовитый океан. Убегают тучи временами, и маяк нам виден иногда. Прямо впереди, почти над нами, синяя полярная звезда. Актер театра и кино Александр Кольцов. Вы теперь к разлукам привыкаете, к пуританству телеграфных строк. Вы теперь, пожалуйста, на карте отыщите порт Владивосток. Там, оставив берег за кормою, море отправляются сюда. Тихо там восходит надо мною тихоокеанская звезда. Тихо там восходит надо мною тихоокеанская звезда. Вы теперь, пожалуйста, простите все ошибки сухопутных дней. Вы теперь, пожалуйста, любите
нас и посильней, и поверней. Вы в комод другие звезды спрячьте, чтобы вам светило иногда тихо восходящая над мачтой, тихоокеанская звезда. На перрон Приморского вокзала мы придем, когда наступит срок. Поезда отсюда лишь на запад, пароходы только на восток. В жизни может всякое случиться, но теперь сквозь все мои года тихо будет надо мной светиться тихоокеанская звезда. Тихо будет надо мной светиться тихоокеанская звезда. Александр Кольцов. Мы приближаемся к финалу нашего концерта. Мне сейчас хотелось бы вспомнить Нину Филимоновну Тихонову-Висбор, которая 25 лет назад сказала: «Хочу, чтобы Юрина 60-летие отмечалось на сцене концертного зала «Россия». Висбора уже к тому времени не было 10 лет. Но с тех пор почти каждый год мы были то в Кремлевском дворце съездов, то в Театре эстрады, то в Крокус-Сити-Холле. И Нине Филимоновне всегда хотелось, чтобы песни Висбора пела молодежь. На сцене студенты Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Лучше нет для нас подарка, чем зеленая байдарка. У костра сидит домарка, режет ножиком хлеба. И волнует нас с тобою нечто очень голубое. То ли речка, то ли ночка, то ли общая судьба. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану под названием «Наша жизнь». Лучше нет для нас свой звания, чем безводные скитания, чем наивные желания собеседника понять. Но весну предполагая, тонкая веточка играя, одновременно ругая невиновного меня. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущий по веселому проливу под названием «Наша жизнь». Лучше нету того свету, но туда охоты нету. Если только кто с приветом, то, пожалуйста, вперед. Мы реки, мы горы, будут новые просторы, и окончится не скоро наш байдарочный поход. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану, по веселому проливу, по коротенькой речушке под названием «Наша жизнь». Thank you.
прекрасней и мудрее средства от тревог, чем ночная песня шин. Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог, штопаем ранения души. Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. Дорогу нет, дороги окончания есть, зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Будто чья-то сигарета, стоп-сигнал в ночах, кто-то тоже держит путь. Незнакомец, незнакомка, здравствуй и прощай. Можно только фарами мигнуть. Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. Дорогу нет, дороги окончания есть, зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Два конца идет дорога, но себе не лги, нам в обратный путь нельзя. Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги, значит, есть, наверное, и друзья. Не верь разлукам, старина, их рук лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. Дорогу нет, дороги окончания есть, за тобою итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Сначала начинается судьба у бетонного причала, у последнего столба. Здесь вдали остались бури, здесь земля уже близка. Здесь косынку голубую я прищурившись искал. И забудутся едва ли эти несколько минут. Здесь меня когда-то ждали, а теперь уже не ждут. Белой пеной мягкой лапой бьются волны, а маяк. Я схожу себе по трапу, я схожу себе по трапу. Независимый моряк, но все время призывают отдаленные моря. Все куда-то уплывают, выбирают якоря. Так и мы
чьих-то судеб, как от пирса отошли, так от нас уходят люди, словно море корабли. До свидания, дорогие, вам ни пуха, ни пера, пусть вам встретятся другие, лишь попутные ветра. Море синее сверкает, чайки белые снуют, ни на что не намекают. Что ты? Ни на что не намекают, просто песенку пою. Встретятся другие, лишь попутные ветра. Море синее сверкает, чайки белые снуют, ни на что не намекаю. Что ты? Ни на что не намекаю, просто песенку пою. Просто песенку пою. Просто песенку пою. Та-да-дам. Пом-пом. Мы хотим сказать огромное спасибо руководству зала церковных соборов, что распахнул для нас свои массивные двери. Спасибо режиссеру практически всех наших концертов, заслуженной артистке России Ольге Анохиной. Директору программы Елене Булошниковой. А также спасибо за информационную поддержку журналу «Физкультура и спорт» и радиостанции «Эхо Москвы». И отдельная благодарность фонду памяти Юрия Висбора в лице президента фонда Татьяны Юрьевны Висбор. Татьяна Юрьевна, вам слово. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы пришли, за то, что поддержали. Я благодарю всех участников и организаторов этого концерта. Вместе мы преодолели все трудности, от легкой паники до полной уверенности, что все пропало. Я хочу поблагодарить друзей моего отца, которых, слава Богу, не так мало в этом зале по-прежнему. И в этой связи отдельное спасибо благотворительному фонду достоинства за содействие в проведении этого концерта. Мое особенное спасибо Аркадию Леонидовичу Мартыновскому, Евгению Борисовичу Васильеву и Андрею Николаевичу Клепычу. Они поймут. И еще раз огромное, огромное спасибо вам всем за память о моих родителях. Ну что ж, друзья, до встречи в следующем году. Нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тихой печалью ручею янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет.
потихонечку пятница трапа крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне подыскать то ручей в янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте меня. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? До свидания, друзья!